Котельная с 1, 2, 3, 4, 5, 6, с 8 котлами ростом. Вот такими вот. Работает на ПЛК Овен 110-60, панель SP315 уже, наверное, больше года. Пустое место на экране снизу после третьего котла — это резервное место под будущие котлы. Они должны будут стоять вот здесь, в этом месте. Были проблемы с котлами, проблемы решались с установкой стабилизаторов на них бастионовских. Вот, но как я знаю, на данный момент это не решило проблему. Проблема заключалась в том, что появлялась ошибка по отсутствию пламени, когда котел уже нагрелся до заданной температуры и выключился. И эта проблема была с каждым из котлов. На каждом котле стоит стаб. Но, как говорится, это их не интересует особо. На входе у нас 80, а на выходе 40. На первом теплообменнике, а на втором 80-70. Давайте поможем сантехникам найти проблему. А проблема вся в том, что... Потому что воздух в контуре ГВС. И был закрыт кран на воздушнике. И каким образом людей, которые занимаются автоматикой, должны волновать вот эти вот вопросы? То, что у кого-то где-то что-то закрыто и не работает. Сейчас скинем воздух и посмотрим на результат. Итого, по итогу, что мы имеем? Воздушник закрыт на обратке, на подаче и везде. Нет, точнее, вот рециркуляция, вот эта обратка. И там, скорее всего, тоже воздух, поэтому теплообменник не греется. А еще воздушник не работает, потому что его надо менять. И поэтому здесь холодно. Выйдем на улицу. О, снежок! Класс вообще. Особенно, когда вид с 19 этажа. В доме 17, тихоэтаж, крыша. И получается 19 этажей. О, а вот это белое поле — это водохранилище. Ну, не видно, очень жаль. Сама котельная на крыше. Вот такая вот. В принципе, все бы ничего, если бы управляющая компания ее вовремя обслуживала. Было бы с ней все классно, жильцы бы не жаловались. Было бы все очень-очень хорошо. Но там впереди за елками там еще одна котельная стоит, но мы на нее поедем в понедельник. Будем там собирать АВР на программируемом реле.